День добрый и добро пожаловать, с вами я, Хаг, и мы все еще тут. Мы все еще тут, ничего не изменилось. Все еще Witcher 2, все еще королева Эндерг, и давайте тогда пытаемся бедняжку убить. А, паньки. Знаете что, я даже вот думаю, просто у нас когда, если доживем до следующего уровня, то взять сразу же пойти по пути магии, а то есть, чтобы получить как можно быстрее мощный квен, или как можно быстрее... Ай-яй-яй-яй-яй! Гадость, на меня наплевала. Или как можно быстрее взять и получить стопроцентную дальность у ворота. А то есть, вот когда я уворачиваюсь, мой прыжок вперед, или влево, или вправо. Так, давайте уйдем. Давайте зайдем за угол, чтобы она нас не убила. Чтобы наш вот этот прыжок, вот этот вот кувырок даже можно назвать, он был подлиннее, чтобы было легче все-таки справляться. Так. Оп. Хорошо. И знаете, я сейчас просто отдохнул денек. Так. Перестал думать о том, как же ее бедняжку убить. И как видите, она вполне хорошо убивается. Красиво убивается. Я пользуюсь своим эксплойтом. А также избивая ее. А также пользуюсь гранатами. Ня-ня-ня. Не беги. Брысь. Толстое существо. Ап. Мапа-пап. Йо-йо-йо-йо-йо. И она, по-моему, промахнулась по мне. Это приятно. Вот мне приятно, когда она промахивается, это всегда весело. Так, ты огромный монстр, но ты промахнулась по мне. А теперь она попала в меня. Хорошо, осторожно. Это я хорошо ушел. Так, давайте как раз... давайте попробуем использовать сон дракона. Вот я просто им не пользуюсь обычно. По крайней мере, в этой ситуации. Ага, да. Но мне сейчас нужен Игни, чтобы зажечь этот сон дракона. Так что давайте лучше будем пользоваться самумом. Оп. На. И то, и другое промахнулось. Не возымело эффекта желаемого. Хотя, у нее как-то мало здоровья стало. Может быть, все-таки был эффект? Может, был эффект? А я не заметил. Совсем чуть-чуть не заметил. Ну давай, дорогуша. Совсем немножко осталось. Давайте осторожно. Давайте будем держаться за наш успех. Обеими руками. Так, где мой самум? Так, где моя королева? Моя королева. Пройдите, пожалуйста, вот сюда. Матюшки-батюшки. Моя королева, отойдите от меня. Отойдите от меня. Так. И отойди. Квен. Так, осторожно. Сейчас самое главное не проиграть, потому что умереть здесь можно, как мы знаем, с одного удара. Давай, есть! Ха-ха! Ну, на-ка. А столько мучился вчера. Так, давайте сохранимся, пожалуйста. Они так и не поняли, сохранись как можно быстрее. Так, кто ко мне еще ползет? Еще парочка индриак? Ну ничего, давайте, мы сейчас с ними расправимся. Нам не страшен серый волк. Вот и все. Так. Где наши остатки? О, мощные феромоны королевы. Как раз я прочитал, что кто-то пишет, что в самом-самом конце то, что осталось от королев, стоит... То есть оставить до самого конца. Хорошо, я посмотрю. Попытаюсь, по крайней мере, не тратить. Так, давайте возьмем все. Хотя, то есть я так и не понял, это мутагены королев или вот это вот... Господи, вот эта жижа, которая осталась, не феромоны. То есть это вы уточните, пожалуйста. А то я, конечно же, хочу все-таки продавать вещи и пользоваться вещами, а то я так зависну, буду нервничать, не знать, что вы имеете в виду. Так, давайте разберемся с андриагами. Ня, хорошо. И давайте посмотрим на карту. То есть я все еще ищу некеров. И, по-моему, мне вот... О. Да, здесь налево и наверх. Там должно быть гнездо некеров. Здесь должно быть. И где-то вот здесь еще должно быть гнездо некеров. Я
Я вам признаюсь, я посмотрел в интернете, где они, потому что сейчас бегать 20 часов искать эти бедные гнезда, я замучаюсь, так что... На, вот все, 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 я признался, вы меня словили. Так, но опять же, все, все для вас, все для вас. Все. Так, давайте посмотрим. Первое. Эндриаги. Ага, хорошо. С ними разобрались. Давайте некеров отметим, посмотрим. Да, еще одно гнездо осталось. Итак. А вот оно! О, господи, что? Что я бегаю, как додик? Так. Некер, воин, иди. Вернись, вернись. Я все, я ничего тебе не прощу. То есть все, то есть ничего. На, просто развались на маленькие кусочки, пожалуйста, как можно быстрее. Так. Ой-ой-ой-ой-ой, что же вы так резко прячетесь, появляетесь? Гнездо. А, вот все. Придется взорвать это гнездо. А, у меня не осталось гранат. Мне сначала при. Так, я надеюсь, что у меня есть достаточно ингредиентов для гранат. Так. Грустно, придется взорвать это гнездо. Вместо того, чтобы... Сделай гранат! Мне нужны гранаты, так. Некеры. А ну-ка, брысь. А, есть, хорошо. Алхимия. Угу. Давайте создадим. Давайте две создадим, так уж и быть. Да, хорошо. Так. И... Оп, уничтожить логово. Ну, на коне, отлично. Мишечка. Так, я слышу меч. О, господи, Скейтель, ты, а тебе чего хочется? Я как раз сейчас не сохранился. Эта встреча со Скейтелем может закончиться очень-очень плохо. Да! Ня-ня-ня-ня-ня. Какой он резкий. А самому тебе прямо в лицо. Как? Что ты насчет этого думаешь? А-а-а! Вот тебе финишинг мув, товарищ. Вот так вот. Будет тебе на меня выскакивать из кустов. Я тоже. Правда, я бы назвал их немножко по-другому. Посильнее бы использовал слово. Так. Место силы. Я его что, не могу использовать, пока я в бою? А, утопцы, они резкие, нет, я не сохранился. Так. Каждый раз приходится вспоминать, что стоит сохраняться. Стоит это делать. Иногда, хотя бы. Так, что у нас в самом... Да. Староват я для этого. Для чего? Это... А, вот я только сейчас сохранился. Ну ничего. Так, мы тогда, по крайней мере, знаем, где у нас гнездо некеров. Оно вот здесь. По дороге. Да, наверх. Хорошо, давайте сохранимся. Давайте сделаем картечь. Я сказал картечь. Хорошо. Давайте подойдем поближе к гнезду некеров. Все еще. А, вот теперь. Так, алхимия. Картечь. Или я уже сделал? Так. Подождите. Бреп. Граната, список пуст. Хорошо, да, давайте сделаем картечь тогда и сердцем. Он мне тогда в прошлый раз давал другие ингредиенты. Не, как-то так. Ну. Так, это у нас что? Сердце некера, так что не все нужно потратить. Так, давайте два сделаем, а два сердца оставим. Хорошо. И есть, где у нас гнездо некеров? Некер. Оп, логово. Уничтожайся. Отлично. Граната установлена. Все. Заряд поставлен. Поехали. И вернись. Достались одни ловушки от некеров. А там утопцы у нас наверху. Так.
Это я еще раз ловушку открыл. Ха. Тогда получается, Эндриаги, Некеры у нас есть. Когтях безумия у нас будет когда-нибудь. Хотя, что я бегаю за Некером? Давайте попытаемся найти мясника. Вот я еще никогда ни разу не пытался найти мясника. Так, давайте посмотрим. Он нам даст какую-то помощь. Так, мясо, понимаю, Грыдлю. Так, давайте посмотрим. Есть у нас значок на мясника? Нет, это как когти безумия. Ну, давайте сбегаем в город. Найдем. Потому что, скорее всего, мне нельзя рубить бедных свинок. Тихо, я что-то слышу. Кто это? А, это... Скейтели. Пускай. Пускай они там рубятся. С бедными некерами или эндриагами. А как мне домой пройти? Вы... Так, и потом разберемся. Мы как раз, по-моему, по речке можно пройти. Да, вот, по речке в деревню можно пройти. Так, а мясник у нас, он в городе или в деревне? Я вот честно не помню. Давайте посмотрим, может быть, в деревне будет. Так. Нет, с ним я говорить не буду. Курицы, бедняжки, нет. То есть мне нужны... Свинья. Хрю-хрю. Ня! Ха-ха! И тебя тоже. Ня! Ха-ха! Я ужасно жесток, но они ничего не оставили. Но. То есть я их зря убивал. Придется мясника искать, скорее всего. Так. Вот это тусовка какая-то. Больше ты никого не продашь. Что здесь происходит? Это Курва, шпионка с Катаелей. Доказательства есть? Тебе-то что? Спокойно. Она все время торчит в гарнизоне и пристает к нам. Родрик говорит, что трахнул ее. Только я вот не верю. Да я трахнул? По-моему, он сам себя обманывает. Доказательства. Погибли двое наших. Последний раз обоих видели с этой сучарой. Я просто поговорила с ними. Потом они пошли куда-то к пещерам. Больше я ничего не знаю. Врет, сука. Она завела их в засаду. А почему бы не проверить пещеры? Там полно всякой дряни. Да, я посмотрю. Я совсем разберусь. А вы мне заплатите. Подождите меня на пристани. Как раз я только что заметил, что они говорят «скотоели». Скейтели. Ну, скотоели. Это ели и свиньи вместе все взятые. Скотоели. Ужасное название. Так, а что у нас? Я даже не знаю, куда идти. У меня такое впечатление, что стоит сейчас помедитировать. Давайте дождемся... утра или дня. Так, вот так вот, полдень пускай будет. Так, чтобы все гуляли на улице, чтобы мы всех видели, где что кто делает. Рыбак. Ну так давайте посмотрим, что у нас здесь. Потому что здесь что-то у нас продается. Или, мадам, вы нам что-то продадите? Когда ты рядом, начинает дрожать мой медальон. А он реагирует только на магию или на опасность. Он предупреждает, что ты получишь по морде, если будешь распускать руки. Понял, не буду. Слушай, меня считают ведьмой, но чарами я не пользуюсь. Не думаю, что тебе нужно кого-нибудь приворожить, отвести с глаз или навести порчу. Значит, ты или дурак, или охотник на ведьм в обоих случаях. Я не собираюсь тебя выдавать. И не собираюсь бегать в лес, чтобы поглядеть, как ты голый пляшешь вокруг алтаря Виапатиса. Да как ты смеешь? Я просто хочу купить у тебя травок. Травок? Травок лекарственных для личного пользования. Для личного пользования. И с ней еще можно в покер сыграть. Интересно. Так, белиссы. А чертежи, рецепты. О, как раз. Волк увеличивает точность слабых атак. Не. Иволга
увеличивает общую сопротивляемость горению кровотечению. А почему здесь стоит галочка? Я это уже умею делать? Или это у меня уже есть? Скорее всего. Раз у меня галочка стоит. Филин. Масло. А, это как раз масло инсектоиды. 111. Дорогие вещи. Трупоеды. Так. Так у меня, по идее, есть все эти сопротивляемости и всякая всячина такая. Что? Хорошо. Хорошо. Так. А, я совсем забыл, что мы здесь делаем. Мы здесь ищем свинок как раз. Так. Свинки вернулись! Так, давайте посмотрим, где нам найти мясника. Один запасной? Он их что, теряет? О, бревно. Тыкс. Хорошо. И траву. Извини. Чистотил. И давайте пройдем. Давайте не забудем сохраняться почаще. И давайте пробежимся по городу, поищем, где у нас свиновник. Так. Свиновник. Эх, да, по-моему, мне эти слова нужно записывать, потому что я их сам скоро буду забывать, что они значат. Так, что здесь? Приветствую в моем скромном заведении. Чем ты торгуешь? Чем ты торгуешь? Благовониями, по большей части. Разными благовониями. Для медитации, для освежения мыслей, для кухни, лекарств, ритуалов. Чего только душа пожелает. Да тут на каждом углу дилеры сидят. Понятно. Так, барсук. Меньше сопротивляемости. Интересно. Вирга. Сопротивляемость отравлению, горению, кровотечению. Водоворот. Это масло. Семелевелеве форд. Здоровье, времени токсичное. Ага. Лес. Мрибор увеличивает энергию снежная. Нет. Кожа. Это просто рецепт, как сделать кожу. Понятно. Я думал, дополнительная кожа будет. Так, давайте тогда посмотрим, что у нас где еще здесь. Как ты, моя дорогая? Как раз это у нас что такое? Продай мне, пожалуйста, что-нибудь. Нет? Нет? Как тебе деревенское житье? Мясник, ты где? Мясник. Ну и порядки тут у вас. Айдирнцы. Краснолюдские кузнецы. Сердцу не прикажешь. Блинка, ведьмак идет. Как думаешь? Может, пока я здесь пойти... А, как раз у меня уже есть глаза и сердце. Я полчаса бегаю туда-сюда. Оказывается, у меня уже все есть. Но... Вот из принципа. Мне интересно из принципа знать. Привет, где мясник, если бы он был? Так. О, хорошо. То есть мясника нету? Нет, нет. Странно. Вроде бы должен быть. Но... Хорошо. О, кровь и мясо и кровь, мужик. Проголодался. У меня есть свежайшее мясо. Вчера забил молодых кабанчиков. Имеется телятина и дичь от эльфов. Лучшего мяса нигде не найдешь. Мне нужно 2 свиных сердца и 2 пары глаз. Зачем это? Для голодных и страждущих. Ладно, не мое это дело. Люди говорят о ведьмаках разные вещи. И почти все правда. Хорошо. 2 сердца и 2 пары глаз. А, есть вещи, которых лучше не знать. Правильно. Правильно. Сколько стоит? Бесплатно? Неплохо. Бесплатно. Глоток чая. Окей, давайте тогда пойдем. Ну, теперь у меня 4 из 2. Так, мне больше, чем нужно. Так, давайте тогда пойдем к призраку.
поговорим с ним. Дадим ему на выбор. Этот шведский стол разных ингредиентов и частей тела. Так, сохраняемся. Смотрим, куда нам нужно вернуться. Вот так. Теперь поглубже в лес. Теперь... Ааа! Что это было? У меня горло возмутилось вместе с мозгом. Так что? Что? С одного удара? В спину? Ядом? Хорошо, Квен сразу же. Квен. И если ты сейчас вылезешь, теперь я тебя не пропущу просто так. Ну, где ты? Где ты? Теперь я хочу тебя убить. А, хитрая тварь. Так, давайте посмотрим, как я иду. Не туда иду. И... Преп-преп-преп-преп-преп-преп. Топ-топ-топ-топ-топ-топ. Так, место силы. Слышу. Оп, отлично. А, и тут еще одна есть. Которая почему-то на меня не действует. Как он увернулся? Красиво увернулся. Но это ему ничего не даст. Так, давайте посмотрим тогда, где у нас... Ага, вот по этой маленькой тропинке зайти вот сюда. И как-то сюда. Я правильно? Да, правильно, правильно, все хорошо. И мы правильно идем, Квен. На всякий случай. Так, сохранились. И... Ступенька. Вроде бы мы тут рядом. Да? Нет? Пещера. Не откажусь, давайте возьмем все. Кто-то спрятал сукно и кожу. А также... Приступень. Извините, это слишком веселое растение, чтобы не реагировать каждый раз. Приступень. Так, все. Серьезно. У нас тут сейчас трагедия будет. Так, давайте подойдем, поговорим. А нет, это мне нужно сразу же вниз. Я думал, нужно будет подойти поговорить с этими товарищами. Нет, нужно сразу же идти к привидению. Так, как раз. Восстановление здоровья, отлично. Ты ведьма, так. Вот и избавься от него. Бедная собака. Вот кого мне жалко в этом случае, это собачку. Привидение, оно и в Африке привидение. Эти чуваки, они сами виноваты. Но собачку и вправду жалко. Это жертва. Единственная и самая большая жертва. Так, давайте сохранимся здесь. А то вдруг привидение опять появится. О, господи, боже мой. То есть мне... Спасибо, привиди. Дух. С огненным мечом. Может быть, мне стоило бы подготовиться к этому? Поговорить. Ты вернулся. У меня есть глаза и сердце. Поклянись, что когда я отдам тебе все, что принес, ты освободишь это место от чар. Не так быстро, колдун. Я хочу заключить договор. Поклянись мне, или ты сдержишь слово... Или никогда не утолишь свою жажду мести? Я поверю тебе. Пусть тени вернутся во тьму. Пусть безумие обретет покой. Пусть то, что умерло, будет погребено. Я отрекаюсь от власти над этим местом. А теперь дай мне то, что принес. Глупец! Ты не можешь обмануть мертвых! Ты хотел ограбить меня, украсть мою месть. За это ты разделишь судьбу двух других злодеев. Ему не понравился наш шведский стол. А, и мне очень-очень не нравится то, что когда подходишь к стене... Неплохо,
неплохо. А знаете, что я хочу сейчас, так как мы сейчас будем так или иначе загружаться? Давайте я сейчас попробую выбросить сердца глаза некеров. Просто я не знаю, что он дает им. Где у нас компоненты, алхимия, мутагены, трофеи. А как раз трофеи. У меня трофей есть, хорошо. Повесим его себе на пояс. Так. Глаза Некера. 10 штук. Аж 10 штук. Давайте просто сделаем из них что-нибудь. Потому что если я выброшу, по-моему, они пропадут у меня совсем. Так что давайте сделаем из них что-нибудь. Так, где? Где у нас картечь? Так, какой у нас вот такой вот мозг утопца, сердце Некера. Вот оно. Отлично. Хорошо, давайте сделаем. Создадим. Окей. Да. И еще раз, чтобы больше сердец у нас не осталось. Хорошо, а у нас глаза Некеров на что-нибудь. Глаза Некера на какой? Сон дракона. Самум ласточка. Сколько у меня разных вещей? Так, урон от меча. Грач. Интересная вещь. Зелье Петри. А что зелье Петри? Я как раз вот так давно не сидел. Так. От знаков урон. Иволга. Сопротивление отравлению, горению, кровотечению. Полезная вещь. Так. А, да, но здесь глаза не участвуют в процессе. А у нас вот. Что это? Это у нас ласт... ласточка нам пригодится. Всегда пригодится ласточка. Так, глаза Некера. Хорошо. Так, синий кружок вниз у нас. Что он обозначает? Ага, тут у нас очень мало ингредиентов, жаль. Но ничего, давайте сделаем просто вот эти вот три напитка. Хорошо, создадим. Да, все, больше ингредиентов для ласточки нету. Но я надеюсь, что я сейчас сделал достаточно, чтобы у меня просто не осталось... достаточно вещей. Так, хотя давайте все-таки выбросим глаза эти бедные. Если уже взялись экспериментировать. Так, всего, при том, что их всего лишь два. Невозможно выполнить. Это вещь для задания. И сердце Некера. Я их не использую. Игра! То есть, так или иначе, я не смогу поэкспериментировать. Да. И эксперимент не удался, потому что он был абсолютно бессмысленным. Отлично. Отлично. Все было, ну, просто прелестно. Так, раз у нас будет драка, тогда давайте заправимся напитками, заправимся бафами. Так, эликсир. Что у нас? Ласточка. Хорошо. У нас всего лишь одна ласточка. Чайка. А каких напитков я понаделал? Я как-то... Что? Все понятно. Так, давайте выпьем ласточку. Пускай она восстанавливает здоровье. Хорошо. Так, теперь я выйду. Давайте поставим также нам на оружие, на серебряное оружие. У нас есть против призраков. Так, по идее, я видел. Кровь, коричневое, масло от призраков. Вот оно, отлично. Да. Гранаты. Картечь. Есть, есть. Все, теперь сохраняемся. Идем с ним говорить. Ты верно. Так, этот диалог мы уже слышали, видели. А теперь. Так, да, он над нами поржал, бедняжка. Так. Лишили его глазок. Да ты смердишь. Ведьмак, ты его не только убьешь, ты его еще и обидишь. Ты жестокий человек. Так, хорошо, давайте тогда осторожно. Оп. Ах, хорошо. Оп, осторожно. Меня лестница словила. Какая хитрая лестница. Оп. Но, по-моему, быстрые удары на него отлично действуют. Так, давайте отойдем. Последний квен. И... Оп. Оп, есть. Отлично. Нильфгардец,
ты нам что-нибудь оставил? А можно твой меч взять с собой? Медицинская карта, алмазная пыль, аметистовая пыль. Нет. А жаль, я бы заюзал его меч. Это была бы классная штука. Но это проклятое оружие. Это не для меня, это не для ведьмака. Так, давайте поднимемся. Пойдем поговорим с этими товарищами. О плате поговорим, потому что денежка это ведь такая штука, она... Задание выполнено. Плата. Так, тут на стене нас приступень ждет. Висит это, ха-ха-ха, меня скоро соберут. А мне куда вообще нужно? Так, сюда. Да, сюда, налево и наверх. Отлично. А нет, я думал, ночь настала, но нет. Так, ну что, товарищи? Я уничтожил дух нильфгаардского солдата. Спасибо тебе, ведьмак. Так. А я бы хотел попросить у них платы. Убирайтесь. Руины больше не опасны. А теперь убирайтесь с глаз моих. Но... Идите отсюда, пока я не передумал. Вот так вот. Что их... Я думаю, их достаточно наказали тем, что убили их бедную собачку. Так, сохранимся. Что у нас теперь осталось? Так. Эндерги и Некеры... нужно было бы пойти в город и сдать их. Как раз я пока по городу носился, нужно было это сделать. Малена. О, вот это интересно. Давайте пойдем посмотрим, что Малена нам приготовила. Так, где это? О, господи, боже мой. Это в город? Или это за городом? Да, давайте пойдем. Ну, туда так или иначе очень-очень далеко бежать. Так что пока будем бежать. Я еще глотну пару раз чаек. Хорошо. Что еще? Куда мне вообще бежать? Я уже трижды заблудился. Отсюда я спрыгнуть не смогу. Нет. Нет, а жаль. Давайте тогда пойдем. Найдем место. Как отсюда выбраться? Странно. У меня вроде бы до этого с этим проблем не было. Ну теперь, конечно же. Нет, тут, по-моему, тут такой узкий ход будет. В стене? Нет? Да. В лесу? Ну, выпусти меня. Я уже второй круг... А вот он. Два круга нарезал, пока не убежал. Так, ну что ж. Давайте тогда пойдем. По-моему, нам... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Понятно. Получил. Так, хорошо. Давайте тогда посмотрим, что у нас. Лес недалеко от флотсма. Это меня радует. Вот, все, по-моему, по этой тропинке нам нужно продолжать. Так. Угу. И, Малена? Ты... Нет. Не за этим углом. Но стрелочка нам правильно показывает. Ступенька. Ня. Хорошо. Опа. Это у игры бывает такое, когда слишком долго бежишь по миру, она решает немножко подгрузиться. А почему бы сейчас и не подгрузиться, сказала игра, и подгрузилась. Простая. Проблем особо у нее нету. Она хочу подгрузиться, взяла, подгрузилась. Так, как... Где? Товарищи, где, как, куда, что делать? Ступенька. А, это все, я помню, это то, где мы три снесли городу. Все, хорошо. Помню. Давайте сохранимся. Чтоб снова по лесу не бежать полчаса. И так, давайте тогда посмотрим, что у нас будет. Что нас ждет у восклицательного знака. Мы снаружи подождем. Только давай быстрее. Спасибо, храбрые воины этого государства.
Большая лужа крови. Крови все больше. В пещере увидим, чья она. Так, тут было место силы, от которого я не откажусь. Давайте спустимся и пойдем посмотрим, что здесь в пещере такое творится. Что нас тут ждет? Какая большая гадость. Так. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ня. Квен. Кровь. О, господи, сколько тут вас. Оказывается, это не одна большая гадость. Это очень-очень много маленькой гадости будет здесь. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, так. Да, я тоже. Хорошо, что мы с тобой... Здесь мы согласны полностью. Так, уходим. Уходим. Господи, сколько тут вас. Может быть, гранатой вас полечить? Как-нибудь. Уу! Классно. Но я встал и... Да. Это было, конечно же, весело. Где моя картечь? Вот так вот, скорее всего, будет лучше. И еще раз. Мне не жалко. У меня их много. Ух, тюпотика-пока-кака. Сложный бой. Так-то у нас серии всегда будут сейчас заканчиваться на сложных боях, где я буду сдаваться. Нет, сначала я буду говорить, что не сдамся, а потом буду сдаваться. Это план. У нас уже есть план, это хорошо. Так, картечь есть. Спрыгнуть. Мать. Быть. Дать. Сколько ступенек. Так, Квен. Хорошо. И еще одна ступенька. Просто так. Да. И не самым картечь. Где вы, товарищи? Давайте, подходите. Как вас много. Получай. Я, правда, не видел, где что взорвалось, или не взорвалось ли это вообще. Но сказал, получай. Так, осторожно. Давайте сюда картечу засадим. Оп. О, вас много. Вас очень-очень, вас слишком много. Так, куда бы картечь бросить, а? Я прямо себе в лицо бросил картечь, я молодец. А, пать, брысь. Нет. Сейчас мы переходим в фазу. Я обещаю вам, что я не сдамся. Да. Я пройду эту пещеру. Неважно, что будет. Неважно, сколько времени у меня на это уйдет. Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Так. Хорошо, спускаемся в нее. Самое интересное, что больше всего проблем у меня с маленькими врагами. Но это, скорее всего, потому что они в группах, а у меня пока что нету хороших вещей, которыми я мог бы справляться с большими группами. Так, Квен, поехали. И давайте, пока он вот подбежал сюда, так он уворачивается, он хитрый, он... Получает. Я не знаю, куда я бегу. А, это тупик. Это я зря. Это очень-очень зря я сделал. Так, Квен мне сбили. Но картечь... На! Отлично. И, господи ты, боже мой, сколько тут вас. Так, давайте попытаемся вернуться отсюда. И давайте предположим, что вот это уже фаза, где я сдаюсь и говорю, что я отдохну немножко, и мы пройдем тогда вот эту сложную фазу завтра. И я говорю вам большое-большое спасибо за внимание, и мы увидимся в следующем видео.